Мысли веры. 18 августа. Любовь, жертвующая ради других. Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Книга Исход, 32 глава, 32 стих. Через весь Ветхий Завет мы видим постоянное принесение в жертву животных. Так делали Ной, Авраам, Исаак, Левиты. Божий путь всегда был через жертву. Исполненный Духом христианин живет любовью, жертвующей для других. Христиане, любящие жертвовать, не причиняют людям боль власти над людьми и не позволяют другим овладеть собой. Их любовь никогда не обусловливается и не является сентиментальной. Подумайте о близости Бога с Его людьми. Он полагает в сосуд наши слезы. Псалом 55, 9 стих. Удивительная близость, не так ли? Он считает все наши шаги. Книга Иова, 31 глава, 4 стих. Он знает наши мысли издалека. Псалом 138, 2 стих. Он знает, сколько волос у нас на голове. Евангелие от Матфея, 10 глава, 30 стих. Это близкие отношения. Бог знает ваше имя точно так же, как Он знает название звезд. Вы не цифра для Него. Мы полагаем все заботы на Него, потому что Он действительно заботится о нас. Он хочет, чтобы и мы были так же близки с Ним. Пока мы не отойдем к Нему на небеса, Он будет продолжать служить нам жертвенной любовью, которая никогда не изменится. Карл Стивенс.